О! Кратос, там что-то есть. Они все еще боятся? Но не налетчиков. Не надо. Не надо бояться. Все хорошо. Да, хорошие мальчики. Девочки. Хорошие девочки. Ah!
место!
Кажется, это нужное нам место. Но на санях дальше не проехать. Вон, посмотри. Заброшенный лагерь. Его покинули давным-давно. Что ты нашел? Список продуктов для какого-то блюда. Рецепт? Кто его мог здесь оставить? Давай посмотрим на ингредиенты. Может, рецепт приведет нас к ним? Похоже на инициалы. В той книге рецептов вроде были такие же. Я думаю, один из ингредиентов можно найти здесь. А, я и смотрю, знакомые инициалы. Баллада о Яре и Сомре. Не знаю таких. Старое сказание, но все равно хорошее. Надпись отмечает путь, которым они следовали. Можно поискать другие, если тебе интересно. Надеюсь, норны укрылись где-то внутри, в тепле. Должен сказать, я совершенно не скучал по Мидгарду, накрытому Фимбулвинтером. Мы скоро узнаем. Осторожно, сзади!
Кратос! Надеюсь, норны укрылись где-то внутри, в тепле. Должен сказать, я совершенно не скучал по Мидгарду, накрытому Фимбулвинтером. Мы скоро узнаем. Осторожнее! Ясно! Кто-то здесь ее питает. Возможно, этот зловещий могильный камень? Брат, я знаю эту рукоять. Будь осторожен. Кому как не тебе знать, что в оружии могут жить призраки? Если оно не поможет найти Норн, может подождать. Брат, продолжим поиски. Сюда. Я чувствую тут следы их чар. Попробую их развеять. Некогда прогуливаться, брат. Фрея что-то нашла. Окна. Тут ничего нет. Ложный след. Боюсь, что так. Посмотрим, что еще смогут найти волки. Типичная выходка Норн. Они знают, что мы их ищем. Я говорила, что будет нелегко. Но как с этим связана рукоять меча проклятого короля? Как знать. Совпадение или отвлекающий маневр? Думаю, они бы сказали, что нам было суждено ее найти.
Это что, замерзшая молния? Здесь окончилась моя битва с Тором. Это здесь вы упали? Теперь ясно, почему по всему озеру обломки статуи Тюр. Кратос, расскажи о своей родине. Она жестока, безжалостна. Все точь-в-точь, как у нас. Там было теплее. Сзади, Кратос!
Я почувствовал!
Даже я почувствовал. Осторожно, справа! Оставила богатство и власть, чтобы следовать благородным путем Валькирии. Ты возносишь ее на пьедестал. Так для этого они и нужны, разве нет? Чтобы возносить доблесть.
Может быть, потянуть за цепи? А? Торопись, брат! О, артефакт из речного царства. Я там не был, но говорят, там славно. Может, вон те руны как-то помогут? Что? Нет, она не упоминала. Кратос, я вижу ключ. Может быть, он от того хранилища? Вот это правда похоже на ключ от сокровищ. Он сломан. Нет, просто разделен пополам. Может, мы найдем вторую половинку? Сигрун любила другого, царя по имени Хельги. Похоже, их любовь была сильна, но ее родители были против брака. Да брось, мой. Ты ведь не думал, что это был ее первой любовью? Да, выходит, думал. Go!
Yeah!
Слева атакую! Еще один могильный камень, только целый. Да, и в нем отверстие аккурат под ту рукоять. Этого я и боялся.